Ну что ж, ребятки, всем привет! Сегодня у нас будет новое видео, в котором я хочу немножко поиграть в казино. Если вы не знали, я вообще не люблю казино, я в него не играю. Последний раз я ходил в казино, это 5 месяцев назад, когда его обновили. Все, больше я туда не ходил, и сегодня я хочу попытать свою удачу, попробовать поиграть на автоматах и немножко поднять деньжат. Ну а в начале игры, конечно же, вводите мой промокод, промокод Полканов. Можно вводить на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Вдруг из-за того, что я не ходил в казино, мне повезет, и я подниму реально бабосики. Так, покупаем, минус 15 миллионов. Давайте просто попробуем для начала, для разогревчика. Просто хотя бы пойму, что оно себя представляет, потому что я здесь последний раз был 5 месяцев назад. 200 выиграл. Но я все равно в минусе, поэтому особо радоваться не буду. Давайте по 250 попробуем поиграть. Опа, да ты шо? Ой-ой-ой, нормально. Полетели дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Обратно 500 выпало. Мне пока что нравится. Мы еще не в минусе. Я просто не знаю, вот типа, если по 1000 крутить. То есть максимум сколько можно выиграть? Лямов 10, либо 20. Пока что я вроде бы и не в минусе. То есть я в плюсе на 600 тысяч, но этого мало. То есть было бы неплохо там 5 лямов поднять. 10 лямов. Просто я не могу определиться с автоматом, понимаете? Как бы все равно, знаете, здесь есть скрипт. Это рандом. Ты можешь так подойти и с первого раза просто курс сорвать. А можешь подойти и покрутить 20 раз и отсосать бибу. Пожалуйста, можно мне там все семерочки, что выпали? Я был бы реально не против. Косарик залетел. То есть, видите, с первого прокрута просто косарь. Давайте еще одну прокруточку. И, может быть, пойдем на другой автомат. А нет, пока не пойдем. Пока дает, не будем идти. Ладно, и еще один раз. Еще разочек. Еще один раз. Ну а вдруг? Бля, чуйка, пацаны, чуечка, понимаете? Ой-ой-ой-ой-ой. И давайте еще одну прокруточку. Мне кажется, сейчас будут забирать. А не, дает, дает, сука. Просто у меня была всегда такая позиция, то что легких денег не бывает. То есть я был за то, чтобы просто сидеть, допустим, ебашить дально и на этом зарабатывать бабки. Да, медленно, но уверенно, без какого-либо риска. А казино это риск, ты можешь реально прийти, просто остаться без трусов. Нормально, семячечки выпали. Ладно, давайте еще один раз и, возможно, поменяем автомат реально. Еще один раз. Да, все, здесь уже не дает, поэтому... Блять, я не знаю просто куда идти, понимаете, это рандом. Так, давайте, может быть, вот там возле входа возьмем. Вот этот самый первый возле входа. Ну а вдруг, да? Маловато, маловато. 5 лямчиков сходу поднять хотя бы. Нормально, еще двушечка. Пока играем, ребятки, пока играем. Блять, как-то сильно подозрительно, 3 победы подряд. Ну так, чисто по пятерочке, знаете, разменять, ебать, чуть-чуть. Я уже 5 лямов поднял, сука, вот 5 лямов, как бы, это немного. Вроде как бы и заработать хочется, и контент сделать, поэтому я даже не знаю, останавливаться или нет. Бля, уже мы 7, получается, миллионов подняли. Ладно, давайте еще крутим. Если третий раз сейчас выиграю, это будет пиздец. Бля, я в ахую. Бля, ну по факту лучше остановиться. Ну реально, типа, бля, лучше реально остановиться. Десятку мы по факту подняли, плюс там еще комиссия. Ну, комиссия, типа, туда-сюда. Подняла, вроде бы и мало сыграл. То есть я вот этот видос снимаю для вас, для контента. Заработал бабок. И с помощью этих бабок я могу еще сделать контент. Не будем шутить с казино, потому что, ну, казино, пацаны, это зло. 8 миллионов я поднял, пацаны. 8 лямчиков просто... Буквально, ну, за 10 минут. Я не знаю, многие там, знаете, скажут, что я, блядь, типа, 8 лямов это немного. Для меня это много. Я, как и сказал, у меня не было опыта в казино, как бы. Я не любитель этим заниматься. Я привык работать, хуярить. Что я, ребятки, по итогу могу сказать? То, что мне реально повезло. То есть, если вы думаете, то что вот, я поднял деньги. Да, я поднял деньги, но это, ребята, рандом. То есть, не думайте, то что если я поднял, то и вы тоже поднимете. Я, может быть, за все время слил, за все 6 лет, что я играю, где-то 15 миллионов в казино. Но если вдруг это видео вам понравится, если здесь будет много лайков, то, возможно, я запишу вторую часть. Ну что ж, ребятки, на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.